посылка с сайта AliExpress пришла нам. Так, мы ее будем сейчас распаковывать. Тут что-то в коробочке. Я догадываюсь. Вы увидите. Сейчас это все на видео. Не забываем подписываться на мой канал. Кто там приходит, смотрит. Будет очень много всяких посылок с сайта AliExpress. Итак, смотрим. Пришли у нас здесь, как все догадались, такие вот смарт-часы. Пришли они у нас, кстати, интересно, из Нидерландов, отслеживалась посылочка. Итак, вскрываем и смотрим, что же у нас здесь внутри. У нас здесь внутри вот такие вот смарт-часы, плечки. Так, ну что, посмотрим по комплектации. Так, здесь у нас зарядка. Микро USB. И инструкция английского. Нет, есть английский. И есть у нас тут китайский. Так. Так, по коробке мы видим, что часы у нас должны быть серебряные. Так, это все пока отложим. Так, и смотрим, что же нам пришли за часики. Часики, смарт-часы. Довольно такие. Уже достается, это уже такие вот прикольные, интересные часики. Так, смотрим. Вот такие вот у нас часы. Так, надо будет, конечно, к ним еще заказать это вот. Пленочка, наверное. Так, вот такие вот у нас смарт-часы. Попробуем их включить. О! Вот и график уже дешевле. Играет. Что у нас здесь? Здесь у нас возьмем под USB зарядку. Здесь у нас ничего нету. Сверху у нас камера с микрофоном. Так. Телефоны. Так, в принципе, телефончик. Вот такой вот у нас вид. Нет. Так, есть Bluetooth соединение с телефоном. У нас приходили очки, это я так понимаю, что можно соединять с этим. Так, вызовы, Bluetooth камера, настройки. Вот сейчас зайдем в настройки. Лаунчер, English, Ring, Португалия, Италия, русский язык. Готово. И нажимаем ОК. Тачскрин, касание работает отлично, без замедлений. Вот так, что-то здесь назад. Так, и удаленное, управление с этими. Так, интересно, привод в виде какой такой QR-код сканировать, время сидения, время сна, будильник, просмотр картинок, аудио, устройство, музыка, ВТ, камера, управление, калькулятор, есть даже Facebook. Вот тут ставьте сим-карту, запрашиваю ставить сим-карту, Twitter и... Так, как у нас, так вот у нас выключается. Так, ага, вот такие вот даже есть, сейчас я вижу, вот такие, так, меню. Интересное меню, я хочу посмотреть. Давайте сим-карту меню, вторая сим-карта, камера. У нас собой представляет камера. Камера тут, ага, есть какое-то изображение. Вот так, снимаю я. Такие вот у нас есть движения. Ну, в принципе, что ж делать. Часы мне довольно интересные такие, мне нравятся. Реагирует на касание очень хорошо.
синхронизируются они с телефоном. Я думаю, что будет все без проблем. Так, хотел бы посмотреть, что у нас выключить, да. Открываем заднюю крышку. Так. Так, итак, вскрыли часы. Вот такая вот у них задняя крышечка. Одной рукой это невероятно сделать. Что у нас здесь имеется? Имеется у нас здесь аккумулятор. 37 вольт на 308 миллиампер часов. Такой вот туда вставлены. Так, смотрим, кто же у нас здесь под аккумулятором. Так, сняли аккумулятор. У нас здесь под низом место под флеш-карту и под телефонную карту. Вот здесь у нас телефоны, здесь флешка вставляется. Надо что-то сюда записывать и что-то сюда, и что-то через них, наверное, слушать. Да, он там синхронизируется с этими наушниками, что мне были. Там есть видео по переднему видео у меня есть наушники, очки, наушники. Походу, телефон с ними синхронизируется. Так, ну вот такой вот небольшой аккумулятор. Такой детский. Ну, вот такие вот у нас часики. Так, ломбочка есть. Такие вот у нас смарт-часы. По размеру на меня подходит идеально. Еще даже есть 3 защелочки. Кстати, я заказывал еще одни U8. Так они были у меня маленькие. Но тоже прикольные часики. Это из камеры. Я думаю, что камеры так пользоваться я и... Может буду, может не буду. Так. Вот такие вот смарт-часы. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Кому надо, пишите, будем заказывать. Будем заказывать без накрутки по цене Алиэкспресса. Так, ну и на этом все. Закончим наш короткий обзор данного девайса. Всем пока, всем до новых встреч.